На улице плюс 7. Небо чистое. Ну, пока чистое, пока ничего не летит. Но сирена он загудела. Да. Весна, весна, скоро весна уже. Доброе утро, котики. Вкусно? Вкусно. Барсика из-за меха и мордочки не видно. Барсик. Барсик. Не, главное, поела свое, не доела, пошла его доедать. Мило. Свое, скажи, я потом доем. Ну, нечестно ж так. Вон твое еще осталось. Ты прямо так быстро ешь. Барсик сухого поел, скажи, он не хочет этого есть. Он насильно вталкивает в себя. Боже, мех прямо туда уже, в тарелку, надо завязывать, как-то закалывать, что ли. Да, боже, как она ртом прям захватывает, мило. Я думала, это только этот, в интернете то показ, как кошки голодные ртом вот так прям хапают. Главное, как чужое. Кто ты по национальности, интересно? Я тут на вокзале сейчас стою. Ну так, народ, туда-сюда потихоньку ходят люди. Здесь есть и автобусы, которые ходят, по-моему, в ближайшие города, там в Кривой Рог, еще куда-то. Ну, мне это особо не надо, но так я как-то одним глазом глянула, что даже вот тут автобусы прямо отсюда отходят. Ну, а так вон, смотрю, тихонько он кто-то торгует, сидит мандаринами. А так люди стоят, трамвайчик ожидают. И я стою. Вот съездила немножко по своим делам. Правда, дела не совсем удачно. Как бы, можно сказать, безрезультатно. Вот так. Ну, а теперь прокатимся. Это улица Рабочая, если ее не переименовали. Мне нравится вот эта улица. У нее широкая, такой, как проспект, можно даже сказать. Высокие дома, там в начале вверху более старые дома, а тут пониже уже идут такие красивые новостройки. Слушайте, что-то тут в трамвае, разборка какая-то. Боже, боже. Что это? Что ты сейчас мелешь? Да. Так глянешь, как люди весело живут. Не то, что я. Какие-то отношения выясняют. Оно тут вообще его только что ногой ударило. Я не успела снять, он там на боку, у него след от ее ноги остался. Она как размахнулась, говорит ему: вставай. А он говорит: что вставать, еще 3 остановки ехать. Я что, пешком потом буду идти на нее там с матами? Ой, вот эта парочка. Ой. Боже мой, как глянешь. Буду варить уху. Вот у меня такие 2 головы огромные. И вот такие вот еще куча разных запчастей с красной рыбки. Вот тоже много. Вот такая тоже голова. Вот. О. Понятно, что тут и костей будет много, но и навара много. Вот это вот такие вот хребты тоже
на них, он потом тоже мяско получится. А навар какой будет? Ну, полная кастрюля мяса. Вот такой рыбный бульон получился. И вот столько начищенной рыбы. Вот это вот с трех голов, с хребтов, хвостиков. Мясо, огромная мисяка. А посчитать по деньгам, так это вообще копейки. Копейки, это уже даже нищие себе могут позволить. Но, правда, надо попасть, чтобы вот эти вот головы продавались или наборчики. И вот такой бульон. Я пока рыбу почистила, конечно, бульон процедила весь. Он сейчас такой, ну, как бы остывший был. Я опять ставлю на огонь и буду все добавлять. Картошечку, морковку, лук, зелень, может быть, болгарский перец. Все. Ну, соль, лаврушку я уже и так добавляла в бульон. Ну что, у меня целая кастрюленция получилась этого супа. И вот такая полная тарелочка вкусняшки. Тут рыбы больше, чем надо. Очень много получилось мяса рыбного. Очень много. И все, всего лишь картошка, морковь, болгарский перчик, зелень. И все со свежайшим хлебушком. Вот такая вот вкуснюшка. Ну что, дело к ночи. Все дела переделали, да? Теперь заслуженный отдых. Мила, тебя на белом покрывале не видно. Ты белая. Устала. Скажи, ой, как же я устала. Вы, скажи, даже не поймете, как же я устала. Сколько ж я сегодня дел переделала, да? И с клубочками бегала, маме мешала вязать, да? Да, да, вот так вот. И за пылесосом бегала, да? Показывала маме, где надо хорошо пропылесосить. Тоже. Скажи, а когда мама тарелки мыла, о, я ей показывала, как надо мыть тарелки. Вот так. Ну, так что у нас Мила помощница номер один. Без нее вообще ничего не делается. Ну все, зайчик, давай тогда спадки. О, так. Ой, все, сегодня день такой длинный был. Ой, все. Будем сейчас отдыхать. Да. Завтра новый трудовой день у нас с тобой будет. Правда? Вот так. Скажи, милочка, всем спокойной ночи. Да? А ну-ка сюда посмотри. Вот. Скажи, всем спокойной ночи. Вот так. Глазки закрывай, баю-бай. Спокойной ночи, любимый город.